Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре арта, да-да, фу-фу-фу-фу, не играйте, я не люблю играть, но обзор снимаю. Бишоп, будьте любезны, всегда пожалуйста, английская арта 5-го левела, проходная прокачиваемая ветка. Есть у этой арты как очевидные плюсы, так и не менее очевидные минусы. И прежде чем мы перейдем к полноценному обзору по Бишопу, ребят, пишите в комментариях, катаете вообще на арте, на этой арте, есть ли она у вас в ангаре и как она у вас в целом Бишоп. Нравится, не нравится, может часто на ней вообще выезжаете в рендер. Вот, и конечно же сделайте то, о чем просит вот этот лысый гражданин. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре. Ладно, смотрим основные модули. Так, погнали. Две пушечки 4-го левела и 5-го. Ну, поскольку у нас арта 5-го, надо стремиться к 5-му. У нас здесь альфа 208, здесь 450. Чуть-чуть быстрее заряжается. Вот, средний урон на минуту на топовый побольше. Время сведения у них одинаковое. Точность на стоковой пушке выше. Рваться на топовую пушку, заходить на эту арту за свободный опыт быстрее выкачивать не стоит. Можете покатать и на этой. А вот рация вам для дальности связи с союзниками нужна. И поэтому 550 метров, здесь 400, качайте топовую. Также, чтобы ехать, у этой арты особый геймплей. У нее малый радиус обстрела, и поэтому вы всегда вынуждены кататься за группой ваших союзников, либо СТ, либо ТТ поддерживать. И, конечно же, чтобы кататься побыстрее, а арта очень медленная, рекомендую побыстрее выкачать топовый двигатель. 135 лошадей против 165, но даже эта небольшая прибавка будет ощутима, поверьте мне. Вот, скорость поворота 22, на стоке у нас 20, плюс 2 градуса в секунду, скорость поворота улучшается при топовой ходовой. По оборудованию, стандартный комплект досел, усиленный привод наводки и УМП. Вот, по снарядам у нас всего лишь один тип снаряда, это обычный осколочно-фугасный снаряд без оглушения, Вот, другой вы выбрать даже это и не можете. По снаряжению ремка, аптечка, ставьте доп. Паёк, 4 члена экипажа, перки вы наблюдаете сейчас перед собой в табличке. А по углам вертикальной наводки, ну, стандартный параметр на 5-м левеле, 45, как у всех, никаких тут звезд с неба эта арта не хватает. По ХП 460, жир, мы даже чуть-чуть толще, чем все обычные арты. По мобильности очень медленная, 24 вперед, 10 назад, 9 лошадей удельная мощность, жуть. А по незаметности, перк незаметности только вкачивается, ну где-то там до 30 его можно раскачать. По обзору 255 метров, мы слепые, стреляем исключительно по засвету наших союзников. Плюсы и минусы арты. А ярко выраженный особый геймплей. В чем он выражается? У нас маленький радиус обстрела, поэтому мы не можем себе позволить на этой арте стать где-то в угол, в кусты, на респе и просто популькивать по всей карте. Мы вынуждены двигаться за группой либо тяжелых, либо средних танков, вот, и поддерживать эту группу. Большой жирный минус, безусловно, удобно на арте где-то стать и там из куста фигачить по команде противников в любую часть карты, здесь нет. Но это перекрывается плюсами у этой арты, а плюсы в части КД, то есть пушка очень быстро заряжается, плюс в части сведения пушка очень быстро сводится. Поэтому, господа, вот эти плюсы на минусы пробуйте, катайте, смотрите. Сейчас с вами отправимся, попробуем и сделаем определенные выводы по поводу Бишопа. Погнали. Так, попали на рыбацкую бухту. У нас обзор боя. Английская арта 5-го левела Бишоп. Проходная прокачиваемая ветка. Вот, у нас малый радиус обстрела на этой арте. Поэтому сейчас уже нужно выбирать место для отыгрыша, чтобы достреливать до врагов, так сказать. И вот думаешь тут, откуда и чего, как, куда.
Тяжей много, поехали тяжи гасить. Не знаю, хватит у меня радиус, если я стану дебилы куст. Не люблю, честно говоря, эту арту, потому что, ну, отличие от большинства арт, это, конечно, там, рискуем засветиться, чтобы только пострелять по врагам. Я люблю, встал день на респе, в кусту в угол и по всей карте долбишь. Бишоп, это, конечно, не про это. Нормально у них АМХ делает. Поджался такой уже с нашей стороны. Блин, еще подвижность на бишопе, полный кусок дерьма. Это тоже нужно понимать. Ну-ка посмотрим, докуда добиваем. Оп, уже не добиваем до центра. Вот так. Да и тут тоже. Накрыли. Подсвет. Дайте подсвет, ребят. Репсики. Ну, ё-моё, тут прям нападают. Только гляди, что происходит, а. Писай, что, просто как фанат едет вперед. Жесть вообще. Чё творят? Всё, довоевался. А тут не достреливаем. Вот это вот мучение. Достреливай, не достреливай. Туда уже нет. Господи, как все это надоело. На тебе, соточка хотя бы. Прячемся, прячемся. Спрятались там. На тебе. КД, конечно, шикарно. И тебе на. И тебе сейчас дадим, всем дадим, тебе только выйдешь. Нет, до суда уже не достретим. Ибо отходились. И вот этой фигней поближе, подальше отъехать, спрятаться. Занимаемся постоянно этой херистикой. Как это бесит, реально. Сейчас засветимся, в ангар пойдем.
Прячемся, прячемся. Ребята, как-то так. Этот бой, мне кажется, ярко показывает возможности этой арты. Мы сделали ассистанный 500, настреляли 381. Казалось бы, суммы там невероятные, 700 с лишним для пятого левела. Но вот это вот неудобство туда-сюда, подъехай, отъехай, засейвись, не достаешь еще подъехай. Короче, неудобно. А на каких-то картах будет прям полное безумие, на самом-то деле. Так что, не знаю, мне бишоп не нравится, вот именно из-за этого. Стоишь на обычной арте, срез по куста, фигачишь по всей карте, а здесь надо потеть. А артоводы, насколько я понимаю, потеть-то и не любят. Вон наш ФВХ. Вот тоже быстрая штука. Тоже, кстати, маленький радиус обстрела. Все, бежит, прячется, сейчас сныкается, его долго будут искать, 7 минут. Вот, а он сейчас уедет, прям вообще спрячется. И выйдет на арту, засветится, да? Можешь такое быть? Можно. Ну, одна арта у них точно на городе. Я видел, как она там фигачила. По захвату проиграем. Ты правильно делай, что он сделает на арте против танка? Ничего. Кустик и все. Видишь, всех обманул, уехал козьими тропами. Так что, ребята, за бишопа говорю, фу, не нравится. Лучше Америка, Франция, СССР, пожалуйста, да и в конце концов даже Германия на гриле. Вот, ну, бишоп это хорошая быстрая КД, круто вообще, честно говоря, быстро сводится тоже круто. Но вот эти плюсы перекрывают его жирный минус по радиусу обстрела. Естественно, чем-то надо жертвовать, когда есть против других арт безукоризненный плюс, а это, блин, время заряжания КТ и сведения тоже. Плюсы просто жирные. Вот засветился. Зачем? Едет пострелять, да, парни? Оп, мимо. А засветили его с центра. А там от центра. Такая подвижность. Похлеще любой СТ гоняет, как ЛТВО. Проиграли по захвату. Так что, ребят, пишите свои комментарии по этой арте, по бишку. Как она вам в целом? Кому-то, может, наоборот, заходит. Я просто не умею ее готовить, вероятно, да. Но как неопытный артовод, говорю, фу-фу-фу, не нравится, хочу обычную арту. Вот. Какое бы быстрое КД не было и сведение, да, пушечки, но все равно. Ладно. Ладно, вот Т-150 нафигачил. Прикиньте, 3000. Красавчик. Вот. Бишоп. А еще и скорость передвижения тоже такая всратенькая. Поэтому да ну его нафиг. Пишите побольше комментариев, ставьте лайкос, подписывайтесь на канал. А я данной арте говорю, фу, не нравится, не хочу, не буду. Вот как-то так. Всем пока, до скорых встреч.
Поддержи брата танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.